нашел я ресторанчик. Фантастику. Офигительно. С такой панорамой. Вот это вот видос, какой бы я хотел иметь из своей кухни. Вот еще одна тут площадка в ресторане. Обычный подиум. Я разместился тут. Внизу никого нет. Просто вот сел здесь, решил здесь сесть, выпить кофейку. Привет, 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 привет вам, дорогие друзья, из ресторана «Фантастика» в районе Галата. Только что был на смотровой площадке, насладился видом барной и шел пешком на остановку. Где-то посередине смотрю, три машины стоят, паркинг, и написано «Ресторан «Фантастика». Думаю, надо зайти проверить, потому что у него должна быть панорама. И точно, здесь офигительная панорама, только что вот увидели ее. Я еще не знаю, почем здесь кофе, а я не думаю, что дороже, чем в центре барной. И заодно узнаем, с этой точки очень хорошо видно Варнинский залив и канал, видите, и там вдалеке Аспарухов мост, пляж Аспарухова, и там кафе «Веранда» виднеется, ну, очень далеко, правда, в котором проходила 5 лет назад свадьба моей дочери. Очень красивые места, очень красивая панорама. Хотел бы иметь дом с окнами из кухни или из спальни с таким видом. И представляю, какой этот вид открывается зимой, когда идет снег или когда идет дождь. Вообще лафа. Снег, облака, небо видно. Здесь забываешь обо всех перипетиях и суете жизни, которая есть. А вообще жизни надо радоваться всегда. Вот такой вот ресторан «Фантастика» в районе Галата. Варнинский район, квартал. Тут районы называют кварталами. И вот такой вот интересный зальчик, тоже вот чуть выше уровнем. Я хотел сначала там присесть, но там были люди, а здесь не было никого на этом более низком уровне. Офигительно, офигительно, очень классно. Посетили это прекрасное место с прекрасной панорамой. Я снимаю вот с этого крыльца у входа, за моей спиной ступеньки, ведущие к шоссе, к остановке. И такой вот вид открывается на Варну. Вон пристанище, Варн, сама порт. Корабль двигается к каналу. Вот это внизу там какое-то хозяйство. Вижу даже летний душ. Столик такой, сейчас, видите, вот такой столик там, вообще офигительно, красота. И рядом лес, о, прелесть какая,
лес. И вот тут ступеньки. И там вот шоссе, слышно проезжающие машины.